этого начинаются, в принципе, все наши путешествия. Мы уже уселись в автобус, который едет из Краснодара в Ялту, и ждем управления. Народу полно, так что присесть на заднее сиденье нам никак не удалось. Ну, будем надеяться, что наши соседи не доставят нам удовольствие. Это наивысшая точка по трассе между Ялтой и Симферополем, и отсюда стартует наш маршрут. Мы пройдем через долину привидений и должны через пару-тройку дней выйти в село Генеральское. Мы только что вышли из троллейбуса. Его маршрут примечателен тем, что он самый длинный в Европе. Его протяженность где-то порядка 80 километров. Идет он из Ялты в Симферополь. А вот это наш набор еды на 3 дня. Сейчас мы позавтракаем и пойдем дальше. Это выглядит, ну, примерно вот так вот. Что это? А это чай. Сегодня мы планируем подняться вот на ту горочку. Через практически 3 часа ходьбы, не скажу, что очень спешно, мы оказались в урочище Дзимерджи. Наш путь сейчас будет лежать именно туда. После небольшого подъема нам открылся такой замечательный вид. Пока мы идем по своему маршруту, мы собираем геокешерские тайники. За сегодня нашли уже 2-й. Подъем на Дзимерджи не особо крутой, но заставляет попотеть. Мы почти поднялись на самый верх Дзимерджи. И сейчас мы находимся над долиной привидений. We'll be right back.
после небольшого привала нам предстоит подняться вон туда. Этот конь преградил нам путь, и нам приходится его обходить. На все уговоры уйти с тропы он не соглашался, а попер на нас. Но мы решили сдаться и пошли от него подальше. Конь, только не бей меня. Идем в гору, как какие-то ежи в тумане. Не видно низги. Шли мы сегодня почти весь день и добрались до горы Южной Демерджи. Высота где-то 1300. Во время путешествия у нас случилась небольшая авария. Наша бутылка упала из рюкзака и разбилась. Вот такая дырка в ней, прямо у основания. Это единственная тара, которая у нас есть, поэтому приходится извращаться, носить ее таким образом. И пить тоже очень сложно. Как-то так. Так, за весь день мы прошли 13,5 километров, добрались до предполагаемой ночевки. Сейчас будем разжигать костер, готовить есть, ну и, наверное, готовиться ко сну. Прошло немного времени, и Масенька наварила какого-то супа нам уже. Так что сейчас будем жрать горяченькое. Вот и утро пришло. Не сказать, что ночь прошла хорошо. Было очень холодно. Мы мерзли. Но ничего, сейчас утро. Запалили костер. Сейчас нагреем чая. Вот воды набираю. Нагреем чая, согреемся. И пойдем дальше. Ну вот мы набрали воды, нагрели ее, заварили кашки, и сейчас будем есть. Вот такая кашка. Итак, второй походный день у нас начался вот с таких вот классных видов. Сначала, правда, был подъем, на котором мы вспотели, пришлось раздеваться. Ну, идем дальше. Сейчас нагреем чаю, немножечко передохнем и пойдем дальше. Мы сделали привал с видом на Хабхальское ущелье и пьем тут чаечек. We'll be right back.
ландшафты Семерджинской Ялы. И мы вот пришли от самого горизонта сюда. Вот. Но уже с завтрашнего дня мы начнем спускаться с плато и выходить в село Генеральское. Это где-то вон там. Нам до места нашей стоянки идти еще около 2 километра. И это, наверное, последние такие виды на сегодня с гор. Потом будет спуск, потом уже начнутся водопады и какие-то еще ништяки. Мы пришли на место нашей очередной стоянки. Сейчас опять же разжигаем костер, будем ужинать. Время 4 часа. Ну, давай, ну, попробуй. Проводи. Сегодня на ужин у нас охренительная попробуй тушенка. Надо еще проварить. Сейчас время 9 часов, мы легли спать, на улице ветер, ну не так холодно, как вчера, поэтому надеемся не мерзнуть сегодня ночью. Все, спокойной ночи. Вот и утро пришло 3-го дня, на улице ветер, туман, ну в принципе сейчас покажу. Мы недавно вышли из лагеря. Да я на камеру говорю, не акай. Мы недавно вышли из лагеря. Как-то мрачно сегодня. На часах 9:15. Да, сейчас 9:15. Кругом туман, как-то сыро, влажно. Беспонтово, короче. Еще вчера мы были вон на той верхушке, которая сегодня затянута туманом. Сегодня мы спустились уже на 600 метров вниз, всего лишь за 2 часа. До завершения нашего маршрута остается, ну, может, километра 3. И мы будем в поселке Генеральское. Оттуда попробуем доехать до моря, а там уже посмотрим, что дальше будем делать. На данный момент мы прошли уже 33 километра, так что осталось совсем чуть-чуть. Мы спустились в горы, добрались до реки, на которой куча водопадов. Сейчас я стою на одном из них. Мы находимся на реке Улузе, около самого высокого водопада на ней Джур-Джур. До поселка Генеральская порядка 3 километров, и сейчас мы двинемся именно туда. Наш трехдневный поход подошел к концу. Мы его закончили там, где и планировали, в поселке или в селе Генеральское. Тельпи. Напомню, начинался он с Ангарского перевала. За 3 дня мы прошли порядка 38 километров. Вот. Хочу отметить, что с погодой очень повезло, на день позже, и затянуло бы все туманом. Сейчас мы видим, что все вершины в тумане. Вот. Сейчас такое. На небе дерьмо. Ну все, пока.